Метро Экспо 2019 идет полным ходом. Мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными гостями. Мой гость Игорь Чепкасов. Игорь, расскажите, какой бизнес представляете и что интересного сегодня для себя нашли на выставке? Я представляю компанию Vicente Faria. Это португальская компания, которая, значит, поставляет в метро целый ряд хороших вин. Виньо Верде, знаменитый белое вино с маленькой такой газацией, шикарное для лета. Стоит 400 рублей всего, мне кажется, это вот самое главное. Уже люди очень хорошо отзывались об этом на стенде. А красные вина, выдержанные, сухие, и портвейны. Белый, красный портвейн, Тони, 3 года выдержки, и 10-летний портвейн, замечательный тоже. То есть каждый посетитель компании магазина «Метро», да, сможет найти для себя вино по вкусу? Совершенно точно так есть, да. Скажите, сегодня есть возможность пообщаться с новыми партнерами, найти новых бизнес-друзей. У вас уже случились какие-то деловые контакты сегодня? Да, уже несколько партнеров там подошли, которые, ну, на будущее интересны нам. Поэтому мы смотрим с перспективой на эти... Ставите для себя какие-то цели для участия в этой выставке на ближайшие дни? Да, понимание того, что происходит на рынке, как вкусы меняются в России, что интересно бизнесу российскому, вот, и как через метро можно этому делу помочь. В целом, я так понимаю, что винный бизнес, он сейчас достаточно перспективный. У вас есть какое-то понимание вообще, куда мы движемся и какие напитки, возможно, будут востребованы через несколько лет? Невозможно ванговать по этому поводу, но самое главное, что развивается рынок в отношении понимания вина. Многие люди уже спрашивают не сладенькое, а такое мягонькое винцо, а серьезное, выдержанное, сухое. Вот. Они разбираются уже в разных урожаях. Спрашивают про сорта винограда, то есть это очень хорошо. Вы помогаете людям быть более разборчивыми в выборе правильного вина? Конечно, да. Ну, я желаю, чтобы сегодня на выставке вы познакомились не только с новыми партнерами, но и с новыми, можно сказать, амбассадорами винных продуктов. И желаем вам успеха в вашем бизнесе. Спасибо. Спасибо большое. Мы встретимся с вами совсем скоро. Ну, а пока мы продолжаем выбирать для вас самые интересные истории.